Этот 42-летний мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, он торговал наркотиками. Полицейские взяли у него более 7 грамм героина. По закону, такое количество наркотического зелья считается особо крупным размером. Ведь на черном рынке 7 грамм героина – это более 700 доз. А стоимость такой партии наркотиков потянула бы на 750-800 тысяч тенге. Вышеперечисленные обстоятельства дают суду основания применить в отношении обвиняемого права по меру пресечения в виде ареста. По материалам следствия задержанный ранее уже был судим. Более того, во время обыска его квартиры были взяты еще 5 пакетиков героина весом 2 грамма. Учитывая эти обстоятельства, суд санкционировал арест подозреваемого. Акрам Бахадыр Абдинович, 71 года рождения, он совершил особо тяжкое преступление. Вот по его преступлению предусмотрена статья 259, часть 3, пункт Б, оно там предусмотрено ему мера пресечения ареста. Теперь до окончания следствия подозреваемый будет находиться под стражей. Азиз Мурзабаев, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».